Інформаційна служба телерадіокомпанії «Гомель» розпочинає свою роботу у ефірі у студії Наталі Ігнатенко. Доброї раніці, глядіться у гэтым випуску. У Чачерську відкрився другий дитячий дом сімейного типу. У новогоднюю ноч у Гомелі буде подовжений рух громадського транспорту. Один день безпеки дорожного руху під девізом «Спині бяду, потелефонуй 102» пройде сьогодні у Гомелі. І більш подробязно об гэтым і не тільки. У Чачерську открылся другий у райцентре дитячий дом семейного типу. На его будовництво было выдатковано больше, как 300 тысяч рублей. Тут будут проживать батьки-выхователи Марина и Миколай Дамаскановы с 6 приемными детьми во возрасте от 5 до 16 годов. Дмитрий Котов познакомился с новоселами. Марина и Миколай Дамаскановы у минулым годе выховывали четверых детей. Сёлета дружную семью пополнили еще двое. Актуальным стало пытание поляпшения жилевых умов. Будовництво коттеджа для Дамаскановых распачалося у жнивни. Агульная площа дома амаль 200 квадратных метров. Будынок обсталяванный системой видеоназирания. У доме есть необходная мебля и техника. У нас, конечно, радость, что у нас такой большой дом, такие уютные комнаты, такое все красиво. И мы, конечно, рады такому подарку от губернатора, что нам такое сделали. В аутульной домашней обстановке маленькие новоселы разглядают отрыманные от гостей подарунки. Тут и цацки, и вялизный выбор присмаков. Але головное, что дети, яких неколи покинули родные батьки, отрымали самый долгочаканный подарунок – новый дом, где они будут жить у атмосферы семейного тепла и радости. Мы приходили в этот дом, мы видели, как здесь лестницу строят и обои клеили. Мы пришли в зал, тут было красиво. Мы когда переезжали сюда вчера, нам папа сказал, что мы будем смотреть телевизор. Мы его включили и смотрели. Здесь хорошо, котик есть, комнаты хорошие. На Гомельщині зараз функціонують більш як 40 дитячих домов сімейного типу. У них проживають каля 300 неповнолітніх. Така форма виховання набуває усе більше розповсюдження у регіоні. Мені дуже приємно теж відмітити, що якщо в Гомельській області дітей, які залишились без батьків, немногим більше 4 тисяч, то 80% цих дітей знаходяться от іменно в таких сім'ях, воспитуються, адаптуються к тим условиям, які сьогодні необхідні для чоловіка. І, повірте, от аналізуючи ситуацію, ми бачимо, що це будущее, ми повинні вийти на 100%, і ці діти спокійно входять в життя і живуть, як звичайні діти в нормальній, звичайній сім'ї. Новогодний бой курантов Дамасканова сустренуть разом за одним столом. И увесь 2017-й этот великий дом будет наполнен теплынёй, радостью и гучным дитячим смехом. Дмитрий Котов, Игорь Марыщенко, телерадиокомпания «Гомель» из Чашерску. Песни, верши, гульни, конкурсы и подарунки. Напередодні во Улуковской допоможной школе-интернате Гомельского района отбылось театрализованное представление «Чаровная книга и Дед Мороз». Зараз это одиная в регионе навучальная установа, где учатся дети с особливостями психофизичного развития. На святе побывали и наши корреспонденты. За больше 90 годов існування Улуковская школа-интернат изменила несколько назву, але завсёды ее главной задачей было оказание допомоги детям, которые опинулись у непростом житевом становище. Сегодня это перш за все дети с особливостями психофизического развития, большинство из которых до того же засталась еще и без опеки батьков. Створить оптимальные умовы для развития выхованцев и подрыхтовать их до самостоятельного життя – на это накированы намагания усяго коллективу. Для них есть все общеобразовательные предметы, но все-таки основным предметом для наших детей на сегодняшний день является трудовое обучение. Это единственный предмет, по которому дети, заканчивая школу, сдают экзамен и идут затем в лицее и в колледже. Удел выхованцев Улуковской школы-интерната у мероприемствах еще одна с возможностью адаптации детей до життя в громадстве. Районный конкурс «Я спеваю», областный «Две зорки», республиканский фестиваль «Веселковый карагод», международный фестиваль «Мы разом», плюс досягнения у спортивных споборництвах. Керавництво школы кажа, что вельми гонорится досягнениями своих наученцев. Это спальный покой для 8-9-годовых хлопчиков. Он оформлен в отповедном стиле. 4 ложки, шкаф для одения и стол. Такая достаточно теплая обстановка тлумачится тем,
что тут дети только отпочивают. Весь остальный час они проводят в других помещениях. Новогодние ранішники во Уроковской допоможной школе-интернате проходят уже около полутора тыднев и будут протягиваться до Роства. Але это представление, бодай, самое главное, бо отбывается у рамках доброчинной акции «Наши дети». Сярод гоноровых гостей – керуньки областного объединения профсоюзов, свободной экономичной зоны, Гомельского райвыконкама и Белтелерадиокомпании. У минулом годе журналисты подаровали школе-интернату интерактивную дошку. Зараз старшиня Геннадь Давыцька привез несколько компьютеров. В администрации установок кажут, что теперь тут смогут ажыццявіць даўнюю мару, стварыць уласны камп'ютарны клас. Акцыя «Нашы дзеці» – гэта спосаб дапамагчы стаць ім больш шчаслівымі. Мы столько наблюдаем людзей, которые живут в полной сям'і, в дастатке, здоровыя, і они не умеют быць счастлівымі. Они все чем-то недовольны, все что-то им, у них что-то не получается, и вообще какой-то судьбе чужой завидуют. А эти ребятишки, они истинно счастливы простому вниманию. Они уверены в том, что их не бросят, они уверены в том, что они нужны, что их любят. И это самое главное, это большое счастье. Олег Сентюров, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». 2016 уводзе ў гісторыю рэгіёна як год, калі паказчык нараджальнасці дасягнуў рэкорднай планкі за апошнюю чвэрць стагоддзя. Пры гэтым страціла актуальнасць тэндэнцыя «адна сям'я, адно дзіця». За год колькасць шматдзетных сем'яў відавочна ўзрасла. Аб прыемнай гадавой статыстыцы рэпартаж Ганны Кавалёвай. У першыню Максим узяў на руки маленькую дачку амаль 2 месяцы таму. Ганачка нарадзілася 11 лістапада. Праўда, тады новаспечаны тата забраў з радзільні адразу 2 каштоўныя скруткі. Жонка Марыя падарыла яму яшчэ і сына. Когда я забирал их с роддома, я их взял сразу 2, и у меня было такое чувство гордости. Все выходят с одним малышом, а я иду сразу с 2. И нас было много, вообще встречали все родители, дедушки, бабушки, наши братья, сестры. Большое чувство гордости я испытывал. Двойнятки стали у семьи не первыми. Старейшему сыну Лёше 7 годов, другому Антону амаль 3. Их счастливая мать признается, тяжкости у шматдетного материнства на себе не чувая. Антошка очень много внимания ему уделяет, помогает. Вот, где-то памперс выносит, где-то погремушкой постучит, где-то пустышку поднесет. В общем, целиком и полностью старших детей мы не ограждаем от младших, а наоборот содействуем, чтобы они росли вместе, помогали. Я считаю, что это немаловажно в многодетной семье. И с детьми очень просто, легко, даже не хочется выходить на работу. 3 гады декрета, штомесячная допомога, одноразовая выплата на нараджение дитя, и это только частка подтримки семьи у Беларуси. Мария, как шматдетная, отрымливая еще бесплатное харчевание на детей. А кроме того, 3 раза на тыдень до ее приходит социальный работник и бесплатно допомагает доглядать детей. Такая подтримка стала одним из мотиваторов росту нараджальности. Дарэчы, в этом году на Гомельщине она досягнула рекордной планки за опошнюю четверть стагоддзя. Великий уклад у это унесла и медицина. Я приведу пример. Если раньше преждевременное излитие околоплодных вод являлось показанием к родоразрешению в ближайшие 3 дня, то сейчас мы стараемся максимально увеличить срок внутриутробного нахождения ребенка. Ведь все мы понимаем, что 1 день внутриутробно – это 3 дня в отделении интенсивной терапии. И вот эти технологии, методика ведения женщин с преждевременными родами, с преждевременным излитием околоплодных вод, помогла нам в конечном итоге снизить число досрочного родоразрешения, снизить число недоношенных деток. Еще один из достигнутых выников – снижение смертности новонародженных. Уже у початку 2016-го сярод областей менавіта Гомельщина вышла у лидеры по гэтым нормативе и дагэтуль застаецца на первых позициях. А кроме того, у регионе становится все больше маддетных семьев. Повеличение идет опошние 4 года. И когда в 2015-м таких семьев было 13,5 тысяч, то сёлета амаль на 1000 больше. Дарэчы, у Максима и Марии плана устварить шматдетную семью не было. Але такого сюрпризу кажут, счастье только больше. При этом у будущего молодые батьки глядят с надеей на еще один подарок. Еще одну прыгажуню дачку. Ганна Ковалева, Александр Харлампов, телерадиокомпания «Гомель». Белпошта вызначыла графік працы падчас навагодніх святаў. 31 снежня, 2 студзеня усе аб'екты паштовай сувязі будуць працаваць у звычайным рэжыме. А вось у першы дзень новага года ў Гомелі паштовыя паслугі будуць аказваць у дзяжурным аддзяленні нумар 44, якое знаходзіцца па вуліцы Курчатава, дом 2.
У новогоднюю ночь у Гомелі будзе падоўжаны рух грамадскага транспарту па самых папулярных накірунках. Жыхары і госці абласнога цэнтра змогуць сустрэць свята і пасля без праблем дабрацца дадому. Да 3 гадзін раніцы будуць працаваць тралейбусы па маршрутах нумар 10 і 20, і да 5 гадзін аўтобусы нумар 1, 12, 18 А і 20. Это самыя распространённыя маршруты, которые пользуются, скажем так, самой популярностью нашего населения. Хотелось бы отметить, что данные маршруты пересекают практически весь город, и добраться из микрорайона в микрорайон, а тем более в центральную его часть, центральной елки, не составит труда. Один день безопасности дорожного руху под девизом «Спыни беду» по телефону 102 пройдет сегодня у Гомелі. Мероприемство будет накировано на профилактику правопорушений и дорожно-транспортных здарений, которые здесняются нецвярозыми водителями. Да и узмацняя контроль за физическим станом автомобилистов и пешеходов и просит гомельчан поведомлять про подобные выпадки. Подлеток, який потерпел от выбуху петарды, находится у задовольняющем стане. Об этом поведомили у опековым отделении Гомельской городской клиничной больницы. Нагадаем, за неосторожного обыходжения с пиротехникой был шпитализован 13-годовый хлопчик с Гомельского района. У вынику здарения подлеток стратил палец и отрымал опеки руки. Об тем, як, выкористовывающий фейерверки, не сапсовать и свято, и здоровье. Репортаж Александра Гамолі. Шпитализация юного жихара вёски Путяводная зорка Гомельского района – это первый выпадок травмирования пиротехникой в период передновогодних святов и сумный приклад того, какую небеспеку может представлять гульня с петардами. Хлопчик вырашил подорвать знойденный на улице пиротехничный выраб. Выбух отбылся прямо у руках подлетка. Выник – страта одного пальца, травма еще двух и опеки руки. На сегодняшний день мальчик в удовлетворительном состоянии. Только что перед вашим приездом мы его перевязали. Угрозы жизни мы боялись за то, что будет ли жизнеспособным третий палец. На сегодняшний день можно сказать, что он будет жизнеспособным, то есть он сохранится. А на культе второго пальца там имеется краевой некроз кожи, что часто при таких состояниях, при медновзрывных травмах и более обширные раневые некрозы бывают. Ну, я думаю, что у него все пройдет хорошо. Единственное, что палец, конечно, мы второй не возвратим. Каждый год 1 студеня у опековые травматологичные отделения республиканских больниц за допомогой звертаются в среднем от 40 до 60 человек. Травмы, отриманные таким способом, складанные и заживают долго. Поражается в основном или лицо, или кисти рук. Как бы, соответственно, возможно появление последующих обезображивающих дефектов и грубых рубцов на лице. Возможно поражение органа зрения с потерей зрения. Возможно поражение слуха. При поражении кисти нередко происходит травматическая ампутация отдельных пальцев. Выкористание пиротехничных вырабов не представляет небеспеки, коли строго выконываются у все потребования. Каб свято не пераутворилось у надзвычайную ситуацию, треба ознакомиться с инструкцией на упаковцы, не запускать фейерверки из рук, не накировывать их на людей и триматься от пиротехники на необходимой дистанции. Выкористание петард у помешканнях увогуле прямая погроза здоровью. Использование пиротехнических изделий в общественных местах, специально не предусмотрено для этого, может повлечь с собой наказание, предусмотрено административным кодексом, статья 17.1 Кодекса об административных правонарушениях, мелкое хулиганство. За легальный гандаль пиротехникой измагается целая армия представников державных структур, МНС, податковой инспекции и милиции. Борьба ведется у интернете и на реальных гандлевых пляцовках. Треба значить, что сёлета теневых распаусюдживальников несертификованной пиротехники стало значно меньше. Александр Гамоля, Сергей Лукашук, телерадиокомпания Гомель. У святочные выходные у Беларуси чекается надворье неподобное на зимовое. 2016 развитывается с нами адлигой. 31 снежня и 1 студеня надворье будут вызначать теплые, неустойливые поветренные массы. Опадков не чекается. Магчимый слабый туман, гололед. На дорогах будет слизко. Дискомфорту дадаст порывистый ветер. Температура поветра у ночи складе от 0 до минус 5. У день будет от 2 морозу до 4 градусов тепла. 5 тематичных экспозиций объединял выставочный проект под назвой «Зимовые святы». И он працует у Палаца культуры чыгуночников у Гомелі. Свои работы декоративно-прикладной творчести представили удельницы студии «Кудесница» и мастачка Наталья Заутрикова. Это картины, вышитые крыжиком, бисером, а так само атласными стужками. Фотографы клуба «Святло души» презентовали свой погляд на тему зимовых святов. Их дополнила выстава стародавних новогодних паштовок и цацок. Жамчужина выставочного проекта – коллекция уникальных ветковских икон 18-19 стагоддзяў.
І на гэтым наш ранішній выпуск завершаны. У студыі працавала Наталія Ігнатенка. Усяго вам самага добрага і да новых сустрэч у эфіры.